Труба какая-то. Мы вообще в каком-то подземелье, ребят. Привет, друзья! Это Жестянка, и мы сегодня погуляем по ночному городу! А вы когда-нибудь гуляли по ночному городу? И да, мы с Илюшей вот сейчас будем посещать этот странный-странный мир. Видите, он загружается, игра. Вот, мы даже спин-рок покрутим в это время. Хотя я знаю, что ночью его крутить нельзя, но ничего. А, что же это за... О, что происходит? Мы куда-то загружаемся? А игра называется Neon District, то есть неоновый район. А это... О, Infinity Games Present. Ух ты. Ого, да, все по-серьезному, судя по всему. Судя по заставке, да, Илюша? Да. Так, какой-то дождь. Этот год 2047. А дальше идет очень много неразборчивого английского текста. Это вот все, что точно скажу, но скажу точно, что когда-то эта земля была прекрасным местом, но она пала под тягостью коррупции и какой-то еще чего-то. В общем, огромное продвижение биотехнологий, экономического. В общем, все, я не могу прочитать. Простите, у меня не настолько хороший английский. Я думаю, что кто хорошо владеет, напишите обязательно в комментариях, что же тут было написано в этом тексте, а мы будем играть и смотреть, что там дальше. The local college. Это то, что я прочитал последнюю фразу. О, Neon District. Дистрикт, дистрикт, район, неоновый район. Да. Тебе страшно? Да. Отлично. Страшно. Отлично. Но не гуляйте сами по ночному городу. Это все-таки вам не про... Дождь. Мы появились где-то. Мы где-то появились. Загрузка. Слушай, как все классно. Смотри, дома какие. Звезды видны даже. Деревья в виде красивые сердечек. Красивые листики. Листики даже прорисованы. Так, смотри, фонари какие-то. Слушай, так все классно нарисовано. Может быть, за... Давай, поднимайся. Какая-то лестница. Пропустите меня. А, не подходится, да? Наверное, через нее нельзя пройти. Давай вот повернем направо, посмотрим, что это. А, это не направо, это налево. Смотри, здесь какой-то забор есть. Страшный мусор. Забор, там трубы. Это не... О, как это я запрыгнул наверх. Смотри, я... О, можно туда пойти? Ух ты. Смотри, мы пересекли забор. Ну, давай пойдем в эту... А, уже нельзя. На этом город закончился, все. Очень жаль. Так хотелось бы пойти туда изучить, что же там. Ну, значит, там, наверное, не неоновый район, а какой-то, не знаю, плазменный, потому что, вот, смотри, какая огромная дорога. Хорошо, пойдем в эту сторону, да, посмотрим, что же здесь налево, смотри. О, телефонная будка. Алло. 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 Оу. О, трубка не подходит. Давайте вид от первого лица. Позвонить никому нельзя, нет. Фон бус, телефонная будка. А вот какая-то дверь. Пойдем в дверь. Дверь, лифт. Мы в лифт зашли. Мы куда-то едем? Или просто стоим? Ой, мы выпрыгнули за пределы. Слушай, мы едем куда-то, или мне кажется? Не, мы стоим на месте. Да ладно, мы что? Нет, это было просто... Это просто кусочек лифта для того, чтобы спрятаться от дождя, я так понимаю. Ну, жалко, что он не поднимается наверх. Ну, хорошо, а что это за китайский район впереди? А ну что это за китайский квартал? Ну-ка, Чайна-таун. Что это за автоматы какие-то, смотри. Какие-то напитки, дайте мне напиток Coca-Cola. Так, разверни камеру, пожалуйста, чтобы было видно, что мусорные баки. Слушай, класс. Это да, это китайский квартал, здесь что-то продают, да, смотри, фонарики китайские. Слушай, как, о, велик. Велик нельзя использовать. Это что, кухня? Мы можем зайти? О, мы зашли на кухню. О, тут что-то жарится. Мы зашли на кухню. Ой, он полез на плиту. Fire hose. Так. Давай здесь устроим пожар. Я думаю, что это невозможно. Так, мы зашли в какой-то туннель. Ух ты, о, здесь дверь открыта. О, мы вышли. А, мы вышли с другой стороны кухни. Байк, байк. Байк, Evolution Speed. Смотрите, какой мотоцикл. Я тоже хочу мотоцикл. Чтобы мы поездили по этому городу. По ночному городу, да, было бы классно поездить. Так, здесь какой-то выход сюда. О-о-о. Ой, автобус. И вот мотоцикл стоит. Нельзя на него сесть. В ночном городе не все так просто. В машину? Да, пробуем. Да. Ух ты! Смотри, как отражается город вообще в этих... Так прорисовано классно, в стеклах.
Круто! Небоскребы, да? Смотри, передвигаемся. Прям все как по-настоящему. Ого! Да, тут действительно нужен мощный компьютер для того, чтобы это поиграть. Так что, у кого мощный компьютер, пишите. Давай зайдем в парковку. Давай в туннель какой-то. Slow down. Но мне кажется, что тут ничего нету, да? Или нас пустят? Не пустили. Пустите нас. Пустите, надо постучать в дверь, в ворота. Мы повисли на воротах. На ночных воротах. Так, здесь решетка вентиляции. Может ее разбить, как в американских фильмах. Так, там автобус стоит. Какой-то. Слушайте, как интересно, вообще шастаешь по этому городу. Здесь поворот. О, так, здесь какая-то комнатка открыта, нет? Давайте, это что это за тюрьма? Смотри. Да, вон какая-то лестница вперед. Ой, я по лестнице наверх, мне показалось. Что это? Здесь закрыто, да? Экзит здесь, выход сюда. Здесь какая-то кнопка. Мы вниз куда-то можем идти. О, ой-ой-ой. Вообще, ходить по незнакомому ночному городу. Ой-ой-ой, на минус второй этаж поднимаемся, на второй уровень, да, уже внизу. Наверное, там что-то будет. Может быть, мы достигнем ядра земли. Здесь открыто. Давай зайдем. Коробки какие-то, офисное кресло. Execute hack. Совершить хак, запустить hack.exe. Есть или нет? Конечно, да. Мы хотим кого-то взломать. Нажмем Enter или OK, напишем OK или что-то надо. Yes or no? Yes. Не получается. Hack.exe запустить. Здесь какая-то точка для программирования. Сесть нельзя, что ли? Здесь сидел какой-то безумный программист и, наверное, выселил всех людей из этого страшного места. А можно, пожалуйста? Да, конечно. Попробуй. Что, ты хотел что-то взломать уже тоже? Я хочу пойти дальше. Правильно, давай пойдем дальше. На четвертый этаж. На четвертый этап вниз мы спускаемся. На пятый этап вниз уже. О, здесь уже тупик. Кстати. А, написано выход. No trespassing violence. Понятно. Выхода нет, но мы нажали. Интересно. Тут какой-то шахта. Что это? Велосипед закопан. Ой-ой-ой. Там какая-то штука, да, то есть туда труба какая-то. Мы вообще в каком-то подземелье, ребят. Аж мурашки по коже пошли, да? Да? Мы в какой-то пещере. Хочешь полазить? Да. Иди. Все, утонул. Он как-то странно плавает. Кто это наплывал? Ты заплыл в какую-то решетку. Смотри, вот есть сбоку подъем наверх куда-то. Подъем? Ну да. Тупик. Это тут факелы какие-то. О, смотри, можно... А под водой лучше видно, кстати. Смотри. Вон какая-то... Ой, ой-ой, что это? Мы можем задохнуться? Наверное, не можем. Так, здесь... Что это такое? Мы не можем проплыть. Хм. Давай, всплывай. Слушай, вот я вот так ничего не видно. Здесь плохо видно. Здесь плохо видно, надо под водой, да? Под водой, может, что-то видно. Под водой мы куда-то можем приплыть. Так, это что-то не ночной город какой-то совсем. Это вот мы оттуда выпрыгнули, да? Нет. Кажется, что нет. Подожди, откуда мы пришли? Вон какая-то удочка, смотри. Кто-то ловит рыбку здесь. Это что? Я слышал звук. Какой-то. Так, да, здесь какой-то рыбак сидел. Два рыбака, они здесь устроили себе вечеруху, понимаешь? Сидели, ловили рыбку. О, слушай, как мы... Как два диггера сейчас, я хочу выйти отсюда. Вот неоновая, видите, подсветка. Давай выйдем из этого, да, странного места. Как отсюда подняться? Мы как-то не в городе сейчас, мы как-то под водой вообще совсем, да, сына? Да. Так... Вот сюда, да, мы зашли? Да, мы сюда зашли и побежим в эту сторону сейчас. А здесь ничего нету? Вообще, я не знаю, тут столько изучать всего можно. Вот мы выйдем сейчас на улицу. Опа. Туннель какой-то. Не туннель, а этот самый водосточный, да, канава? Да, Илюш? Полиция проехала. За нами? Здесь слив воды явно. Так что...
О, давай прыгнем в воду и проплывем через трубу и туда нырнем. Давай. Мы будем сейчас как... Мы в канализацию, ребят. А как-то можно в канализацию? Мы хотим в канализацию. Как-то нельзя, похоже. Канализация уплывает без нас. Очень жаль. Угу. Интересно. А как же отсюда выйти? Не знаю. Застряли не только в ночном городе, мы застряли просто в подземелье этого ночного города. И меня это уже начинает пугать. Можно как-то... Выбраться, да? Мне кажется, надо возвращаться назад в эту пещеру. Другого выхода нет. Давай, сын. Так, где мы выходили? А вот слева. Слева. Да. Вот сюда. Ага. Вот. Выходим, выходим, выходим. Ну, можно... Да, беги вперед. Можно, конечно, сейчас повернуть направо. Вот сюда. Да, я опять подняться наверх. Ну, давай так и сделаем, да, по-быстренькому. Поднимаемся наверх. Вообще, класс. И закрою дверь, чтобы никто не видел. Все. Не совершайте нашу ошибку, не ходите туда, там страшно. Поднимаемся наверх. Там был автобус, я хочу на нем покататься. А ты думаешь, что эта дверь доступна нам? Так-ка, давай нажмем. Нет, эта дверь недоступна. Хотя мыслишь интересно, сын, правильно? Здесь мы уже были, здесь какой-то безумный хакер, да, сидит? Да. Ага, значит, сейчас мы здесь нажмем вот сюда. Эта дверь тоже недоступна нам. Ну. Как же выбраться из этого страшного? Да как, поднимаешься? Поднимаешься, да и все. А где же выход в этом мире? А вот он здесь, где-то тут. Папа, помнишь? Как... Ой. Там у них что-то происходит. Помнишь, как ты в прошлом летсплее, там, где мы записывали тачки 3, и там, где ты говорил, а где же выход в этом мире? Мы там пели песню, привет, да. Кто парни, еще? Кто не видел летсплей по Роблоксу в тачке 3, посмотрите, было довольно весело. Продолжаем. Оказывается, к автобусу пройти нельзя. Здесь тупик в этом городе. Там тоже другой район, в него нельзя попасть, скорее всего, да? Так, этих парней мы не будем отвлекать? У них там какой-то стычки какие-то, да? Тузик, я хочу спрятаться! Что это? Что это? Экосмарт. Экосмарт. Что это? Это банкомат. Мы можем что-то нажать. Карточка есть? Дай карточку. Денег надо снять. Это, наверное, представитель... Это отделение банка, скорее всего. Ой, труба. Так, неоновая штука. Слушай, вот эта прорисовка, вот это классно. Клозет закрыто. Что это? Что-то проехало, да? Так, это что такое? Upgrade yourself. Улучши себя. Open 24 часа. Открыт 24 часа. Что это такое? Nexus Solution LTD. Компьютеры, которые тоже нельзя трогать, взломать. Это, наверное, логотип Nexus, да? Сюда можно зайти? Так у них же открыто 24 часа. Обманули, закрыто. Все закрыто, да? Ну, ой, опять два парня побежали. Слушай, какие они меня пугают, эти два парня. Они там хотят ограбить что-то, наверное. Опять сюда проехала. Мусорник. А вот черный ход к этому Nexus Solution. Он тоже закрыт. Очень жаль. Где-то поле. Это за ними, за теми двумя поехали полиция. Так, тут тоже какая-то нычка. Атенсион, да? Что? Что он говорит? На каком-то языке. Класс. А где дорога? Дорога? Да, тут все в дороге, сын. Тут смотри, вот where. Ой. Можно перепрыгнуть через забор? Тут явно какая-то произошла проблема, да, в этом городе? Ну попробую изучить. Вот коробки, входы какие-то, смотри, вон туда. Ой, я нашел газеты! Отлично, я считаю. Дайте мне газету. Ладно, тебе не приставай к этой газете, давай вон дальше в магазин у нас зайди. Какие-то странные волосы. Так, смотри, тут какой-то дискаунт клуб. О, одежда со скидкой. Здесь можно переодеться? Это что, это коробка какая-то, телек включенный. Сюда можно зайти? Нельзя. Так, баллончики с ядом против тараканов. Ход стайл, горячий стиль. Смотри, давай шапку наденем. О, чуть не надевается, да? Шапка хакера. А такая шляпа одевается?
Не надевается. Ну, странно. Давай наденем какую-то футболку. О, штаны надели. А это? Все? Все, это не работает. То есть штаны мы поменяли, сменили штаны, потому что тем, кому страшно, им надо менять штаны часто. А вот это что-то... Ну, в общем, тут половина... О, лестница. Половина ничего не работает. Так, тут тупик, понятно. Пойдем дальше. Да, пойдем. Угу. Парковка? Давай на парковку. Давай на парковку. Смотри, вот слева от парковки по дороге мы видим какое-то... Что это? Это что-то музыкальное, да? Windows. Windows? Что это такое? Магазин с электроникой? Quick. Быстро. Closed. Закрыто. Извините, мы закрыты. Китайский квартал. Так, подожди, мы хотели на парковку. А то я как-то... Слушай, тут можно лазить и лазить, лазить и лазить, да? Да. Так, здесь закрыто, судя по всему, здесь... Здесь нет. 2681. Так, а как же попасть на парковку? Странно. О. Ну, явно есть какой-то способ, но мы его еще не нашли через кондиционер. Так, мы туда пришли. Слушай, тут вообще удивительно все. Ну, вообще, ходить ночью по китайскому кварталу, это немножечко... Опасно. Почему? Ну, они, ребята, непростые. Если увидят там такого белого американца, они могут и навалять. Чего это он пришел в их район? Что это? Fresh, что? Cuts. Свежая... Что, стрижка, что ли? Да, точно. Можно, можно сменить свой стиль. Как раз самое время. Да? Нам нужно взять ножницы и срезать эту прекрасную челку. Илюша, что думаешь по этому поводу? Отлично будет! Отлично, давайте сделаем стрижку, только я не знаю как, потому что ножницы не берутся. Ну давай попробуй сам сделать, давай. Уже, наверное, много времени. Я сейчас выхожу, продолжим дальше. Давай. Так, вот туда, в ту сторону. А, не, мы туда пришли, да? Мы туда пришли? Да. Похоже, что да. Take out. Зайди сюда. Тут везде можно полазить. Закрыто, да? Что это? Двери, двери, тоже двери. Все одни сплошные двери. О, а здесь открыто. Куда мы пришли? Какой-то офис. Чья-то кровать, плакаты. Кто-то спит. Спал, точнее. Что за холодильник там стоял? Что это такое? Вот это, вот это и вот это. Вот это не то, это что-то можно повзаимодействовать? Да, это, конечно, удивительно. Пойдем дальше. Ну что, тебе уже не страшно гулять по ночному городу? Нет. Я хочу... А дальше тупик, все. Я хочу отключить всем энергию. Ага, всему городу разве что. Пум, пум. Ой. А, это... Я думал, что это уже канализация. Думал, что канализация? Тахки. А читается по-русски как танки. Смотри, это Fresh Cuts, мы здесь уже были с тобой. Смотри, можешь сделать вот так. И вот так. И куда-то еще. А? Как думаешь? Наверное, да. А я перепрыгнул просто. Да, ну, наверное, да, но нет. Так, а можно, можно забраться вот сюда наверх. Смотри, вот так. Ой. А как мы сюда перелезли? Как мы сюда перелезли? Эй! Подождите, мы застряли! Мы застряли в ночном городе. Эй! Все, мы не можем выбраться. Опа! Вот мы, ребята, и в ловушке. Нет, 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 мы застряли. Парень, 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 спаси нас. Парни, парни, мы застряли. Эй, эй, help us. Help. Нет, все, все, я понял. Я понял, я понял, в чем проблема. Я понял. Ребят, никогда, никогда не крутите спиннер в 3 часа ночи. С вами произойдет вот такая беда. Вы попадете в какую-то страшную штуку, и вас никто больше не спасет. Нет, это все шутка, не переживайте. Это я шучу, ты тоже не переживай. Можно крутить спиннер. На, держи. На, крути. Давай. Мы с Илюхой будем крутить спиннер. Ребят, спасибо, что смотрели это странное видео с нами по изучению этого темного города. Мы тут немножко действительно застряли. Будем пытаться выбраться, поэтому... А вы сейчас... Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал Жестянка и приходи еще на новые серии нашей страшной. Пока! Пока! Челлендж 3 часа ночи окончен! Нажми сюда и сюда, чтобы посмотреть новые видео про игры с нами.
и нажимай большую красную кнопку, чтобы подписаться на наш канал «Жестянка». И колокольчик рядом с ней. И не пропустишь ни одного нового видео. Ну что, какое видео выбираешь?